А люди Я тут. человек в возрасте, здесь не однокомнатная квартира, здесь два паспорта, понимаете? Два паспорта. Я человек в возрасте, здесь не однокомнатная квартира, здесь два паспорта. К кому это обратиться? Алло, вы куда звоните? Я 130 звоню. Здесь два паспорта. Один темная фотография, такая женщина с таким косой, с хвостом таким, с бантиком еще. Темная фотография, паспорта описываю, я их еще не смотрела. Вторая красная фотография, женщина со стрижкой. Фамилию секретно говорить сейчас, срочно. Здесь не однокомнатная квартира, я 130 звоню. Уже было 8 часов вечера, дверь я открыла, а здесь еще зашел половозрелый молодой человек. Здесь не однокомнатная квартира, я 130 звоню. Я человек в возрасте. Пожалуйста, описываю паспорт. Значит, фотография темная, женщина с бантиком. Я понял, вы звоните. А вторая красная фотография, женщина со стрижкой. Здесь не однокомнатная квартира, я очень волнуюсь. Смотрите. Я 130 звоню, 500 тысяч наличных денег только. А можно же, может, кредит какой-то взять. Я по телефону звоню, 130 набрала. Говорите, следующий номер, может, или сами проконсультируйте, что мне делать. Я женский пол, женщина. Сейчас еще раз этот номер наберу. Смотрите, так, говорите. Вы позвонили в техподдержку интернета, 123. Вам, наверное, другой номер нужен. Это техподдержка интернета. Вы ошиблись. Я звоню 123, я женщина, половозрелая. Здесь два паспорта, один темная фотография, женщина с бантом. Фамилия, имя, отчество в паспорте. Вторая фотография красная. Женщина со стрижкой. Здесь два паспорта наличных и 500 тысяч денег. Сейчас на этих электронных часах, что достались от нее, точное время говорю, 21 час 44 минуты. Секунд, 34 секунды. Зашел еще молодой человек, половозрелый. Здесь не однокомнатная квартира, надо разобраться. Пока у меня еще хоть голос есть. Здесь препарат Саратен, целая банка. Препарат Саратен, целая банка. Здесь еще настойка женьшеня есть. Здесь булочка досталась и этот самый. Надо разобраться хоть по телефону. Пожалуйста, помогите. Пока у меня хоть голос есть. Зашел молодой человек, он, может, тоже не знает. Здесь не однокомнатная квартира. Здесь пока есть свет и газ. И замок пока не нарушен, но ключ, понимаете, как здесь жить. Значит, препарат здесь Саратен. Здесь же, ну, все лечатся, но по быту как-то разбираются. Здесь крест передан серебряный. За 900 на грудь. За 912 тысяч. Крест серебряный за 912 тысяч, купленный на вокзале от храма Новый Двор. От храма Новый Двор у православной монахини. Честно передан наличными деньгами. Здесь крест этот передан на грудь. На нем клялись. Давайте разберемся, как взрослые люди. Этот молодой человек зашел в эту же квартиру. Замок пока не нарушен. Препарат Саратен, его не пьют в таких дозах. А туда можно добраться только на метро. А сегодня понедельник, 20-е. Сегодня понедельник, 20-е. 20-е по календарю здесь, 20-е. Пока у меня хоть голос есть, 20 июня. Разберитесь по паспортам. Здесь не однокомнатная квартира, 20 июня. 20 июня молодой человек зашел мгновенно в 8 часов и включил музыку по компьютеру. Съел действительно булочку и это самое, съел булочку и мясо ел. А здесь мало ли что, нарушена может канализация или пол, здесь очень протертый пол. И от заражения действительно. Откуда я знаю, чем он больной, а чем я больная? Саратен препарат, он не пьется никакими банками. Крест от Нового Двора, православная монахиня, продала серебряный за 920 тысяч. Здесь, может, вмешайтесь, сейчас же голос дайте. Еще раз, 130 наберу. Позвонили в техподдержку интернета 123. Вы, наверное, ошиблись номером, извините, но...